Ребята, всем привет! Сегодня начинаем с хорошей новости. Нашли такой браслет Пандора, но самое приятное, мы нашли владельца, и она скоро должна со мной связаться, и мы ей вернем. Так что мы все... Чистка пляжа полным ходом идет. О, монетки. Ну-ка. Что это такое? Куртки. 50 центов. 50 центов. 2 евро. 1 цент. Еще что-то, что-то. Так, это 3 евро. Все. Ну, первый черпачок. Отличный. Золотой. Нема. Так, ладно. О. 1 центик. Смотрите, еще одно. Где оно? Еще, ребята, кольцо золотое. Надеюсь. Смотрите, две пробы есть. Ну-ка, сфокусируй. Так, чтобы не сказали, моя обручалка вот у меня. Ну-ка. Моя у меня. Чтобы не сказали, что опять подкинули. Еще нам чаевых оставили. Спасибо. Вам палец вверх кто оставляет. Плохо закрутил. Плохо закрутил. На кнопку нажми, сигналка сработает. Ребята, вот это кольцо 583 пробы, кстати, оказалось. А мы продолжаем дальше мусор убирать. Наша главная цель не золото, а мусор. А это уже все попутно попадается. Ну и само собой мы себя забираем. Ну, конечно, сейчас будем искать хозяина. Вон, наша основная цель. Пробки, окурки. А не золото. Тут вечно проходи этот пляж, он будет вечно грязный. Есть. Вечный пляж. Макс? Ракушку достать. Смотри, зачище. Меньше мусора залили. Стекла.
О, находочки есть. Есть. Часики. Господи, в каком они состоянии? Ну-ка, как они включаются? Кнопок нет? Ну-ка, нет. Как их включить? Они уже все мертвые? Не знаю, как их включать. Даже фирмы нет. Ребята, кто знает, что за часы, пишите. Супер находочка.